подлетело. Чуть-чуть было не было. Подлетело. Я поэтому, блядь, у меня сразу все установилось. У вас чепичка работает? Нет, тебе просто жарко. Едем. Сразу знаки смотрим, что остановка запрещена. Едем. А где можно остановиться? На остановке, либо за остановкой, да, это Сингапур получается. Да, то есть если с нами закончились. Это мы видели один знак был. Остановка запрещена. Что ж такое? Не отказывайтесь от него. Это он любил, он просто очень ревнивый такой, понимаете? И все ему как-то так. Вот знаете, вот либо туда, либо обратно. Здесь везде можно пока останавливаться, да, где позволяет дорожная разметка. Соответственно, остановки, парковки тут можно. База многорядов. Сразу стоит знак. Остановка запрещена. Право уйди. Еще один знак стоит. Знак видела? Здесь еще яма. Левее возьми, чуть-чуть в зеркало посмотри. Вот. Смотри, видишь парковки? Останавливаться можно там? Можно. Нет, нельзя. Почему? А там это обозначенная нету. Парковка? Нет, это не обозначенная парковка. Нет, нельзя. Знак «Остановка запрещена» был? Был. Был, так перекресток потом. Не было перекрестка еще. Перекресток вон он, где светофор. Соответственно, перекресток проспект Хабаровская. Здесь уже можно вот останавливаться. Буквально даже здесь. Лежались вправо и остановились. Не надо останавливаться, я же не говорил. В автобусную остановку только не заедь. Вот еще один знак. Еще даже на остановке получается останавливаться. Конечно, знак опять, да, стоял? Аккуратненько проезжай. Вот еще один знак. Это в сторону северного, если ехать, центр, со стороны южного. И вон еще один знак. Ну тут получается, там заканчивает свое действие стрелочка вниз. До этого знака, да. Да, до этого знака. Получается, этот мужик нарушил, правильно, тут машина стоит? Этот мужик, конечно. Усталый